Так, волосы мы высушили. Теперь надеваем пижаму и спать, да? Да. Вот. Иди сюда. Давай. Посмотрим, какая у тебя там работа, Азан. Что у тебя там такое важное? Забрал ключи, но забыл про запасные. Ладно. Сейчас все выясним. Голову вот сюда. Вот. Молодец. Руки, 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 руки. Посмотрим. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Давай, давай, давай. Вот. Мальчик мой. Ну давай, пора спать. Партнер, я тебя очень люблю. Я тебя тоже очень люблю, сын. Мы никогда не расстанемся, ты же знаешь, да? Я знаю. Потому что для меня и твоей мамы ты лучшее, что есть на этом свете. Я знаю, что мама тебя тоже очень любит. Погоди, погоди, погоди. Это тебе мама сказала? Нет, но я это и так знаю. Ладно, неважно. Посмотри на время, а ты еще не спишь. Давай. Что сказала бы мама, если бы видела, что ты не спишь? Ругалась бы. Ложись. Давай. Вот так. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи. Глупый, глупый. Ну, никого нет. Но они могли оставить следы. Следы — это важно. Смотри внимательно, Исра. Посмотрим, сколько людей тут ужинали. Напитки на месте. Похоже, что все так же. Суп тархана полезно, отлично, класс. Не бей меня, Азан, это я, не надо. О, это и правда ты? Сразу не догадался, что это ты. Не догадался, что ты здесь делаешь? Я принесла книгу про ежика. Что? Атлас не может уснуть. Я забыла отдать тебе книгу. Он без нее не засыпает. Как ты попала внутрь? Через гостиную. Ты не запер окна, и я вот так прошла. Почему ты не зашла через дверь, как все нормальные люди? Азан, я не хотела будить ребенка. Звонок мог бы его разбудить, если он спал. Странное. Очень. Ты волнуешься, что Атлас спит, и входишь через окно, и приносишь книгу, потому что он не может уснуть. Говоришь одно, а делаешь другое. И мне не нужна книга. Мой шарф. Что? Ну, я оставила тут шарф, любимый шарф. Идеально подходит к моей шее. Обещают сильный ветер, и я не хочу, чтобы меня продуло. Понял? И ты пришла в такое время, чтобы забрать шарф? А что не так со временем? Я просто пришла забрать свой шарф. О, Аллах, мой любимый шарф здесь, а я не могу его забрать, что ли? Ладно, иди. Иди и забирай все, что тебе нужно. Не оставляй тут свои вещи. Принесла книгу, забирает шарф в такое время. Невероятное, правда?
Подумай хорошо. Нужно найти доказательства. Где они могут быть? Эсра? Азан? Что ты делаешь? Ищу свой шарф. Ищешь шарф? А что ты на самом деле делаешь, а? Шарф. Я смотрела, здесь ли мой шарф. Ну, шарф. Ты ищешь шарф под кроватью? Ну, я подумала, что он может быть там, может, упал. Почему ты покраснела? Эсра, ты горишь. У тебя температура. Что, правда? Подожди. Тут градусник атласа, дай посмотрю. Проверим температуру. 38,5. Я же тебе говорил, ты ушла в такую холодную погоду только для того, чтобы быть от меня подальше. У меня были причины. Причины, да. Ну и какие у тебя сейчас причины? Ты пришла в такой холод только чтобы забрать шарф. Да, шарф. Иди, я сделаю тебе суп. Нет, Азан, я не хочу тебя беспокоить. Лучше домой. Эсра, иди. Ну ладно, раз ты настаиваешь. Нет. Опять? Я не буду смотреть. Я не буду смотреть. Эсра, поднимай голову. Ну, ты весь фильм так смотришь. Вставай. Ну а что? Мне страшно. Если тебе страшно, зачем мы тогда смотрим фильм ужасов? Я вот не люблю такие фильмы. Ну, вот. Давай. Закончился, расслабься. Кончился? Да, кончился. Как? Что случилось? Что случилось? Что с девушкой? Она убежала. Убежала? Да, убежала. Но ты пропустила лучший момент в фильме. Ну а что, важно то, что девушка смогла убежать. Через что она прошла? Она убежала из дома, мучилась там, убежала на склад, оттуда в лес. Она не могла сбежать в конце, но смогла. Не переживай о девушке. Как ты? Тебе лучше? Ну, мне уже лучше. Суп и правда очень помог. Посмотрим. Жар прошел. Прошел. Ну, я пойду спать. Я немного посплю, нужно отдохнуть. Да, нужно спать. Отдыхай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.